Ребят, мы решили немножко поменять наш формат, и мы перестали снимать сверху вниз. Мы теперь снимать будем снизу вверх. Блять! Вот так снизу вверх. Снизу вверх. Здорово! Здорово, ребятки! Сегодня мы обсудим одну единственную встречу. Или не одну. Или не одну. Нахуй его знает. Может, две. Статусы на стиле. Новая коллекция. Лесна-зима галактика. Короче, мы искали всякие разные статусы и нашли... Искали, нихуя не нашли. Страничку очень интересную у Ксюни. И присели на карты у нее. На страничку. Прямо на страничку. Опа, на карты. Опа! Пишет вот что. Увы, малыш, тебя достойны только шлюхи. Чувак, прикинь. Моя девушка сказала, что меня достойны только шлюхи. Так это ж охуенно! Точно! Па-ба-бам! По шлюхам. Ксюнька решил поделиться нам советом. Когда похуй, и спится легче. Крепче, блядь. Крепче! Крепче! Легче! Крепче! Легче! Ксюня решил рассказать о своем крутом статусе на своей стеночке. Я самая счастливая с ним. А потом после этого она пишет такое. Да будь ты счастлив со своей шлюхой. Шалавой. Шалавой. Какая нахуй разница. Ксюне множество всяких бредовых статусов. Ну, очень интересно. Я думаю, надеюсь, девушки не все такие, как она. Носит адики, сидит в падике. Дует. Дует планики. Планики. Ксюня написала в своем на стене свой первый ванильный статус. О, бля. Итак, она пишет, что изливаешь, говорит, душу, а тебе в ответ... Понятно. Порезло батоны, батоном ноготь сломала. Больно. Понятно. Чё понятно? Сука! Сонька пишет рэп. Любовь, план, курите, обман! Бля! Шички. Здесь вас любим. Ксюня, она вообще она никогда в жизни не унывает, судя по ее записям, да, стиде. Она пишет: уважаю людей, которые ебали чужое мнение. Заебись! Итак, Ксюня, походу, подготовилась к нашему визиту на ее страничку. И она решила написать на своей стене вот такие вот слова. Обсуждать меня будет мама. А вы... Пошли нахуй отсюда вообще, а? Вот так ебали, вот она отреагировала на наш визит. Она бы подготовилась, походу. Да. Придется так уйти. Что, придется нам уйти. Хозяин барин. Хозяин расхуярен. Погнали отсюда. Светик пишет, добавляйтесь, друзья. Будем рады. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. До скорого. До скорого. Пока. Пока. До скорой встречи, ребят. Все вижу. Все вижу.